Дорогие мои друзья, всем привет! Сегодня 24 сентября. Представляю ваше внимание местный обзор Игнит. 7,5 месяцев. Серая двойня. 7 месяцев ровно. И кудряшка съел. О, пошла. 6 месяцев ровно. Овес я постриг еще 28 августа. Овес я обычно стригу за 2 месяца до морозов. У нас, кстати, уже сегодня был мороз. Минус 3 градуса. Ролик, тыкву я уже собрал. Вот от нее ботва. Ролик про тыкву увидите послезавтра. С 25 на 26. А нет, увидите послезавтра. 26 увидите. Ролики мы загружаем ночью, так как днем сигнал не хватает. Цезарь. У Цезаря рога пошли уже на второй круг. Эх, оседлал я Цезаря. Ну какая у шея. Как про бука уже. У нас с 18 сентября идут дожди. Каждый день и по 3 раза в день идут дожди. Дождь, солнце, дождь, солнце. А ведь у навоз я уже перетаскал. А этот навоз вы видели, я когда показывал вам картошку. Тут осталось всего навоз, ничего. Это свежий, это летний навоз. Он зимний навоз. Все таскаю, маленько приболел, гриппую. Отдыхать некогда. Выздоравливать некогда, потихонечку работаем. Ну все, ролик буду завершать на этом. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю мира, здоровья и добра. До новых встреч. Пока-пока.